Ну, во-первых, запомнился, конечно, очень жизнерадостным, с чувством юмора, веселым и очень добрым. Его всегда отличала такая душевность, он всегда находил контакт с игроками. В общем-то, в человеческом плане всегда с ним было очень легко. Ну, спокойно всегда, в принципе, особо не ругался даже, ну, не помню такого, что даже если ругался, то, ну, не так сильно. В общем-то, запомнился добрым и порядочным человеком, вот, лично мне. Ну да, безусловно, доверял игрокам и, в общем-то, никогда не видел, чтобы там что-то ходил, подглядывал, подсматривал за кем-то. Вообще, всегда нормальные отношения были.